Пока позировать надо. Ладно, идем уже в поход. На пикник. На пикник идем? Это послен, его нельзя рвать. Пойдем. Им можно отравиться. А я буду его. Кушай. Случайно что-нибудь в рот потом возьмешь после того, как его сорвало, и отравиться можно. Иди. Все, пойдем. Пикник. Вот мы в лесу, только надо найти новое место для пикника. И что? А еще надо сделать домик мышкам. И еще надо, самое главное... Сфоткать его для мамы. Сфоткать для мамы моего. В общем, у нас такой пикник сегодня, да? Да. Зачем тебе палка? Надо вот так. Вот так вот? Угу. Чего делаешь? Ничего. Ничего? Телефон давать? Угу. Будешь фотографировать? Да, вокруг. Где ты делась? Ну вот я. Вот я. Расскажи что-нибудь. Я сегодня уже в лесу нашла себе местечко. Хорошенькое. Угу. Только вот цветочков. Ну зато есть чего пофоткать, да? Тут такие пеньки у тебя. Да. Костер будешь делать? Костер, да. А костры нельзя в лесу разводить. Тогда что? Ну, тогда просто будем садиться, сидеть. Как? Фоткать. Покажите, как. Вот так вот. Вот так вот? Да, и фоткать все вокруг. Все вокруг? Mm-hmm. Любишь фоткать? Да. Ну, давай мне уже мой телефон. Сейчас дам. А из костер, а в костерчике? Это, между прочим, пикниковый костерчик для любителей салата, не для вас. А бельчиковские дети не едят это. Почему? Даже взрослые. Даже взрослые? Хлебушек будешь? Нет. Почему? Считай, что мы с тобой на природе, да? Угу. Тебе нравится фотографировать природу, да? Папа, вот ты жаришь темные сало. Да? Да, потому что я цвет поменял. Угу. Это можно менять. Цвет. Я понял. Попробуешь? На палочке, прям с палочкой. Нет. Кусочек, шкурку. Нет, ты любишь шкурку? Нет, хватит. Ну, нет так нет. Чё там? Отойди, а то испортишь камеру. Камера? Свою. Да, ты слишком близко к огню. Просто надо же сфоткать его нормально, чтобы он больше был. Увеличишь потом, да и все. Нет, сюда нельзя. Ты что? К малыша там? Идем на малышей посмотреть.
Ну, малышонки. Малыши, идите ко мне. Стой. Малышата, да? Да, малышата. Нравятся? А это девочки или мальчики? Ну, маленькие детки пока. Неизвестно еще. Неизвестно еще? Да. А он ворона. Да. Нет, держи вот так вот. Сюда засовывай. Не хочешь? Хочу. Хочешь так? Угу. Аккуратненько только, хорошо? Кирусик. Угу. Пикничок удался. Угу. Снизу нельзя, сверху надо было. Что ты там говорила? Из-за кислоты, чтобы умываться. Не слышно, непонятно. Что там? Чайка. Чайка? Ну, так что ты говорила? Языки созданы, чтобы можно было ими умывать рот. Облизывать рты. Это у тебя такое заключение после мороженого елочки? Уплыла черепаха. И что, тише? Уплыла? Да, я же говорила, надо потише идти. Ну, зато мы видели черепаху, да? Да. Классная? Занесли. Пойдемте. Куда крадемся? Белочку ищешь? Да. Смотрю, нет белочек. Ты ее так подзываешь? Грибок. Грибок. Поганка, выкидывай. Ядовитый. Какие красивые грибочки, да? Угу. Нравятся? Да. Что бы ты с ними сделала? Только еще один. Куда? Вечный грибочек? Угу. Ну, это же несъедобные грибочки. Я не буду их кушать. Кого снимать? Посмотри. Дохлую мышь. Ты хочешь поснимать дохлую мышь? Да. Зачем? Хорошо. Тебе нравятся дохлые мыши? Да. Я люблю смотреть. Не подходи к дохляку вообще. Не рычи мне тут. А папу можно 7 лет? Да. Мне это папа пальцы. Это плохо. Это что? Это моё папи. Опа, йоху. Йоху. А что вы будете пить? Смотрите, вишню буду пить. Вишню? Вишнёвый сок. Нектар. Нектар вишнёвый. Да. На. В мусор.
Ты сама умеешь продырявливать? Угу. Ну как? Ваши первые впечатления? А какое послевкусие? Попробуйте сами. Вот такой сок, да? Ага, попробуй. Вкуснотища. Цвет, вкус, запах, да? Эмоции прям переполняют, я смотрю, вас. Потом попью еще. Да? А теперь гулять? Дальше гулять с наполненными силами. Да. А всем пока, забыла сказать? Пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я еще, наверное, буду. Да. Сегодня. Да. А поцелуйчик? Да.